Здравствуйте, меня зовут Маргарита Лилиева, и сегодня я буду вам читать сказку Чайковского «Краденое солнце». К сожалению, я уже сижу третий месяц в карантине в Нью-Йорке, так что книжки самой у меня нет, и из-за этого показать вам у меня вам нечего. Так что я надеюсь, что мое чтение как-то поможет вам придумать эту сказку в своем воображении. Соображение? Правильно? Воображение. Воображение. Краденое солнце. Солнце по небу гуляло и за тучу забежало. Глянул Заинька в окно. Стало Заиньке темно. А сороки-балабоки поскакали по полям, закричали журавлям. Горе! Горе! Крокодил солнце в небе проглотил! Наступила темнота. Не ходи за ворота. Кто на улицу попал, заблудился и пропал. Плачет серый воробей. Выйди, солнышко, скорей. Нам без солнышка обидно, в поле зернышко не видно. Плачут зайки на луне.